Место для закладки аллеи мира и единства выбрано не случайно. Именно здесь, в агрогородке Муховец, где каждая пядь земли впитала кровь защитников Родины, расположен музей под открытым небом аллеи памяти. Создание здесь символической зеленой зоны – одна из инициатив Брестского областного объединения Белорусского фонда мира в год 60-летия организации. Это, в общем-то, традиция замечательная белорусского народа, и не только сажать деревья, памятные аллеи. И в этом есть глубинный смысл. Посадить дерево с рождением сына, с рождением дочери, двознаменование события семейного, события на малой родине, в большой нашей стране. Высадить саженцы пирамидального граба откликнулись активисты городских и районных организаций Белорусского фонда мира области. Руководство Главного управления идеологической работы по делам молодежи облсполкома, руководство Брестского райисполкома. Почетно принять участие именно в таком мероприятии областного уровня, принести пользу Брестскому району, принести пользу в целом нашей стране. Мы пытаемся этой аллее показать, что мы боремся за сохранение мира на нашей земле и сохранение мира вокруг нас, чтобы никто не вмешивался в наши внутренние дела, чтобы мы самостоятельно определяли свою судьбу. Теперь вместо пустыря – зеленый ландшафт. 21 саженец граба с продолжительностью жизни до 300 лет через некоторое время украсит своей пышной зеленью это место. Сегодня мы все, каждый из нас должен сделать все возможное и невозможное для того, чтобы наша страна была в мире, чтобы земля была краше, уютнее и еще лучше. Памятная аллея, которая посвящена, я думаю, великой победе, посвящена добру, справедливости и гуманизму белорусского человека. Экологическая акция в год народного единства стала символом единения. Активисты собрались из разных уголков Брестской области. Если каждый из нас задумается над тем, что он оставит в этой жизни, как он отметится не только в своей судьбе, но и в судьбе государства, будет очень важно. И я думаю, что праздник народного единства, который мы в этом году отпраздновали впервые, на будущее станет тем центром притяжения всех добрых сил, которые любят свою страну. Завершением экологической акции стала экскурсия для всех участников по аллее памяти. Сегодня здесь установлено порядка 20 демонтированных памятников погибшим на польской территории воинам Красной Армии. Мы их привозим для того, чтобы наша молодежь помнила, кто завоевал для них свободу. Для патриотического воспитания молодежи. Аллея памяти – это единственная аллея в постсоветском пространстве. Нас уже посетило более 2000 человек из 38 стран. Эта уже известная и уникальная аллея заняла достойное место в истории Брестского района. Юлия Селюк, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».